Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу помолиться о зрении, о правильном зрении для глаз. Дело в том, что Иисус когда-то Лаодикийской церкви сказал, что «возьми и купи у меня мази, чтобы тебе видеть». Потому что сегодня сколько людей, столько мнений, столько точек зрения, потому что у каждого свои очки, у каждого свои линзы. И исходя из этого, каждый видит по-разному, и у каждого своя правда. Но тогда, когда Господь предлагает нам взять Его мази, то я хочу это сделать, потому что место Писания, которое мы начали с вами читать, Исаия 32 глава, «Очи видящих не будут закрываемы, уши слышащих будут внимать». Я хочу сделать вот эту молитву вместе с вами, молитвой согласия о том, чтобы глаза стали отличать правду от лжи, и уши, чтобы можно было видеть Бога творящим и благодарить Его за то, что Он сегодня делает. Благодарить так, чтобы все остальное рухнуло из дьявольских планов, а Божья воля состоялась, потому что о нем сказано, что его намерение не может быть остановлено. Господь, я благодарю Тебя, что могу сейчас молиться о мазе, о которой Ты предлагал Тебя просить. Поэтому я прошу Тебя, Господь, дай эту мазь правителям, дай эту мазь просто людям, жителям земли, чтобы видеть не из фактов, а видеть из Твоих планов и из Твоей панорамы. Как Ты, Господь, видишь и складываешь пазлы, чтобы мы благодарили Тебя в каждой ситуации, зная, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И дай нам быть только в этом категории людей, любящим Тебя и быть призванными Тобой. И у страны есть призвание, я хочу, чтобы она реализовалась в этом призвании. Поэтому открывай глаза и уши людей, чтобы они не закрывались и не отворачивались, а имели от Тебя ясное видение, ясное слышание и, соответственно, понимание. Да будет так во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До завтра.